Всем привет, ребята! Вы на канале DudaPlay, и мы продолжаем играть в игру Хроники Хаоса. И здесь у нас есть такое задание, которое мы не можем пройти. Ага, в бой. Отправимся, сейчас посмотрим, сможем ли мы пройти этот уровень. Здесь очень сильные враги, злодеи. Но наши герои тоже, в принципе, я их прокачал. Вот, молодцы, молодцы, давай, отлично, идем дальше. Так, вот этих надо, главное, победить. Вот, вот этого злодея, смотри, какой. Раскинул руки свои. Так, сейчас мы защитку сразу включаем. Успели, успели. Ух ты, смотри, что он делает там, а? Волшебник какой-то. Давай его сейчас победим. Смотри, он отнимает здоровье все-таки, да? Вот, давай, остальные небеса. Есть, уничтожили, молодцы. Отправляемся дальше. Все, главное нам этих сейчас убить. А, вот они, вот эти вот злодеи. Да-да-да, они вообще злодеи, вообще волшебники. Ой, убьют моего, блин, жалко героя сейчас. Чуть-чуть осталось. Так, паралич, хорошо. Так, быстренько, здоровье, здоровье, давай. Мне нужно здоровье увеличить. Ой, молодец, молодец. Ну, блин, не справилась, не успела, убили героя. Ах ты, гад, как так? Она превратилась и убила их, прикинь всех. К сожалению. Что у нас здесь? А, прокачать? Нет, у нас ничего на прокачку. Хорошо. А ну подожди, 14 секунд осталось на прокачку. Так, ладненько, отправляемся. Ой-ой-ой, знаешь, куда отправляемся? Так, у нас тут везде все 3 звезды. Мы сейчас посмотрим, может быть, где-нибудь есть 2 звезды, но мы прокачаемся до 3. Так, здесь все нормально, здесь везде троечки. Здесь также троечки. Ну, давай еще раз сразимся с чуваком этим, с главарем. Попробуем, попробуем. Заработаем очки. Прокачаем немножечко наших героев. И постараемся пройти уровень. Все-таки нам нужно постараться пройти его. Так вот, злодеи. Злодеи. Так, давайте их уничтожайте быстрее. Вот, готовы. Вот этих козликов тоже мы уничтожили. Хорошо. И у нас здесь будет главарь. Вот он. Вылез из-под земли. Такой огромный демон. Так, быстренько. Каменный этот покров. Святилище огня. Стальные небеса. Давай, победим. Все, мы его победили. В принципе, несложно было. Все. О, смотри, сколько у нас добавилось улучшений. Отлично. И награду. Награду Архана Камень Души. Хорошо. А соберите еще таких 44 камня, чтобы усилить героя Архана. Хорошо. Этого мы победили, гада. Здесь. Давай здесь еще сразимся. Хорошо. В бой. Так, ребятки. И сейчас мы сразимся здесь и будем улучшать героев. У нас как раз добавятся очки опыта. Но здесь я не думаю, что сложно будет. Давай, 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 уничтожайте их. Вот этого главное сейчас уничтожить. Все, готов. Идем дальше. В принципе, здоровье у всех нормально. Поэтому как раз мы включили защиту. Посмотрим, посмотрим, справимся ли мы на этот раз. Вот, молодец, давай, уничтожай его. Вот, и все, все готовы. Хорошо, мы еще и подлечимся. А здесь уже будет немножечко сложнее, мне кажется, нет? А, вон, стреляющая с этим, с вентилятором летающим. С вертолетиком. Вау, 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 тихо, мы в защите. Мы в домике, давай. Давай, нужно их уничтожить. Вот, и небеса. Небеса и защита у нас была. О, подлечились немножечко. Посмотрим. Ох, нифига, смотри. Аж 3 штуки выпустил. Давай, стрелы, паралич. Отлично, отлично. Давай, немножечко осталось. О, все, готово. Победили. Сколько нам дадут? По 46 всего лишь? Ну, ладно. Продолжить. Так, нет, сначала быстренько сейчас улучшим героев. Что у нас здесь? Вот этого чувака сейчас увеличим. А, тут мало, в принципе, нам дали.
Ну давай, значит, увеличим здесь неудержимый натиск, делая рывок вперед, избавляясь от эффектов контроля и нанося урон ближайшим противникам. Все, хорошо. Больше мы не можем ничего добавить. Ладненько. Идем дальше. В компанию и попробуем еще раз сразиться. Да, здесь достаточно-таки мощная команда собралась. Не знаю, получится ли на этот раз их уничтожить. Ну, сейчас посмотрим. Вот эти главное сразу убить. Но они мощно выносят, смотри. Вроде бы не сильно они сильные. Но все равно. Все, готово. Дальше идем. Сразу стрелы, защита и пламенный покров у нас есть. И стальные небеса. Есть, готовы. Все, сейчас будет намного сложнее. Вот этих я вообще не знаю, как уничтожать. Злодеев. Да, эти самые сильные боссы. Блин, сейчас нашего убьют. Ё-моё, убили, к сожалению. Ладно. Посмотрим, посмотрим. О, двое осталось. Ребята, ребята, мы должны вынести их. А, видишь, она превращается в других чуваков, а этот волшебник относит его. Стальные небеса. Есть, осталось совсем чуть-чуть. Сейчас, может быть, мы и победим. А, убили враг, гад, убил нашего героя. Давай, похилимся и расстреляем его нафиг. Да какой ты сильный, почему? Почему я тебя... Блин, одна осталась, девчонка, давай. Есть, убили, отлично, отлично. И нормально-таки мы повысили свой уровень. Хорошо. Продолжить. Дальше. А, каменистая пустошь. Иссохшиеся кости проигравших перетерты в пыль лапами орков. Здесь прошел не один отряд. Да, будем с троллями, с горными троллями, с орком-убийцей, гоблин-пращник и шаман. Шаман, вот он шаман, да, 15 уровня, офигеть. Что ж, попробуем с этими орками сразиться. О, вот он, шаман, смотри, стоит. Будет что-то будет колдовать. Ё-моё, смотри, какие они сильные. Вот этот особенно каменный, да, гад? Давай что-нибудь, давайте, ребятушки. Во, пошли. Вот, есть, готов, шамана мы убили. Хорошо. Дальше. О-о-о-о-о-о-о, нифига, смотри, какой гоблин. Каменный гоблин. Его будет тяжело убить. Смотри, что он творит. В каменной броне такой находится, а? О, все. Так быстро, нормально. Вот что значит железный дождь, а? Ну, здесь прям большое у них войско. Не знаю, попробуем. Так, паралич. Смертоносный ливень. Да, сейчас нашего одного героя убьют. А, убили уже. Так, трое... Четверо против двоих. Все, хорошо, победили. Молодцы. Очки опытов мало дали, конечно. Попробуем сразимся дальше. Лестница Грога. Огромная каменная лестница. Отличное место для засады. Нужно как можно скорее преодолеть все ее ступени. Поехали в бой! Ага, смотри, какие гоблины прям. Ух, мощные. Давайте, ребята, одолеем этих первую каточку. Попробуем. Ну, должны. Первую мы, конечно, обязательно должны одолеть. Давай, 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 герой. С огромным мечом. Так, защита. Так, сразу авто убираем. Все. А, вот этого еще нужно побить. Ё-моё. Фига он мощный. Давайте, пожалуйста. Еще немножечко. Вот, есть, все, готов. Отлично, 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 отлично. Все, паралич. Смертоносный ливень. Стальные небеса. Все, есть, готов. Гоблин. Все, этих мы быстро завалили. Так, следующие. Вау, 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 ребята, ребята, нифига себе.
Сразу мы защищаемся, сделаем себе защиту. Стальные небеса, разрушаем их защиту. Да, ребята. Ну что вы хотите, а? Все, готово? Готово! Мы молодцы. Продолжить. И давай еще раз попробуем сюда. Пыльный утес, смотри. Пыльный утес. А туда-сюда снуют бесчисленные сторожевые группы. Солдаты форпоста не упустят шанса ограбить и зазевавшегося путника. А, Чаба, видишь, Чаба здесь у них. Хайди, Чаба, Тея, орк-убийца и горный тролль. Вот самый такой сильный это Чаба. Знаешь, что мы сделаем сейчас? Попробуем усилиться. Усилиться. Что у нас тут есть? Улучшение. Давай Фобоса улучшим. Паралич. Да. Вот, хорошо. Допустим. Идем дальше. Так, компания и нас пыльный утес. Нам нужно победить Чабу. Чаба достаточно сильная. Она любит кушать наших героев. Съедает. И уничтожает там внутри чрева своего. Давайте, ребята. О, хорошо. Так, отлично. Все в защиту. И мы ее сейчас уничтожим. Вот, хорошо, что я взял защиту. Вот, защиточка, это хорошо. Какая она мощная, какая она сильная, смотри. Давай. О, все, уничтожили. И у нас получается вторая катка. Так, святилище солнца, смертоносный ливень. Ой, стреляет, блин. Мне надо будет, ну все, пускай сейчас на авто будет, потому что тяжело, тяжело, конечно, здесь этих уничтожить. Сразу их и не уничтожишь. Все, готово. И самая сильная у нас, самые сильные противники с Чабой. Вот Чаба, да. Сейчас кого-то Чаба съест, смотри. Так, убили сразу нашего героя. Ё-моё, мы можем проиграть. Сейчас еще Чаба кого-нибудь съест и будет... Будет не очень хорошо. Ой, убили героя, все. Кого-то она съела. А, на этого чувака съела, блин. Давай быстрее эти, используй. Паралич, давай. О, молодец, молодец. Чабу нужно держать, потому что Чаба... Она ест, ест. О, опять съела кого-то. Ну все. Да, вот как тут пройти можно эту катку, а? Я вообще не понимаю. Да, я до сих пор Чабу не могу убить. Вот Чаба мощная какая, а? Чаба, да, Чаба, Чаба, Чаба. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.